Вторая форма глагола answer. Да, именно такое произношение answer. W не произносится, когда, хотя пишется answer, да, если так вот дословно, то answer, долгий звук R, и получается answer. Итак, глагол answer – это правильный глагол, и его формы следующие. Answer – первая форма, вторая и третья форма совпадают. Answered, answered. Получается answer, answered, answered. И давайте сами разберем примеры. He answered. Он ответил. I answered his questions. Я ответил на его вопросы. Опять же, смотрите. Answer something. Ответить на что-то. А в английском предлог не нужен. Или я ответил ей. I answered her. Или я ответил на его вопросы. I answered his questions. Никакого предлога не нужно. Далее, everyone answered correctly. Все ответили правильно. Значит, еще раз. He answered. I answered his questions. Everyone answered correctly. Значит, синоним отвечать. Answer – это глагол reply. Например, можно было сказать he replied. Он ответил. Но глагол reply более формальный, чем глагол answer. Антоним глагола answer – это глагол ask. Также долгое a – ask. Например, he asked – он спросил. He answered – он ответил. Глагол ask – также правильный глагол, и его формы ask, asked, asked.